Как вам конкурсанты в этом году? Вы что-то слышали уже или вы непредвзятый член жюри? Вы знаете, я специально не смотрю и ничего не узнаю о конкурсантах вот до самого конкурса. И поэтому завтра у меня будет, собственно, первый конкурсный день, и я буду судить все с чистого листа. Поэтому вот пока ничего сказать не могу, а завтра с удовольствием вам расскажу о своих впечатлениях. Вы давно в Юрмале? Я в Юрмалу приехал сегодня днем. Недавно совсем. Что хотите успеть, кроме работы члена жюри? Ну, как всегда, мы здесь много общаемся с коллегами своими и конечно, гуляем много по берегу моря, то есть часа по два по утрам с братом мы, собственно, здесь делаем такой марш-бросок каждое утро. У вас сложились какие-то свои юрмальские традиции? Что вы обязательно делаете в Юрмале? Ну, во-первых, по утрам мы обязательно проходим километров 10 по пляжу. Быстрым шагом. Ну, а вечерами мы сидим с товарищами нашими по цеху и обсуждаем всякие разные, собственно говоря, новости за год, потому что видимся мы только вот здесь, все вместе. У вас будет творческий вечер в этом году на новой волне. Скажите, будет много новых хитов? Ну, вы знаете, в основном это будут те песни, которые уже полюбились, так сказать, людям и все такое прочее, поэтому... Мы, собственно говоря, выбрали все самые такие более-менее известные песни. Их получилось 32 штуки. Вот, поэтому я волнуюсь, конечно, очень перед вечером этим, в силу того, что до меня были творческие вечера совершенно выдающихся композиторов. И попасть с ними в один ряд для меня, конечно, огромная честь. Мы желаем вам не волноваться. Мы очень любим ваши песни. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.